Привет всем! Мы сегодня покажем, как в посуде МЦ за 10 минут можно приготовить гороховую кашу. Это 1 стакан гороха. Холодную высыпаем, сухую. Вливаем 2 порции, 2 стакана воды. 1 к 2 пропорция. Перемешиваем. Горох целый. Немножко соли. Закрываем турбокрышкой, включаем плиту на А, два раза нажимаем на правую кнопочку, выставляем программу «Турбо 10 минут». Прошло время, выключаем плиту, аудиотором тоже выключаем, нажав на две кнопочки одновременно, выбираем перевернутую крышечку и ждем, когда крышка откроется. Крышка открылась, стрелочка опустилась ниже зофта. Каша готова. Вот такая вкусная, ароматная гороховая каша у нас получилась. Если вы хотите, можно взбить блендером. По желанию можно добавить масло, обжарить на масле лук или еще какие-то специи, приправы.